Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Терехов Сергей, с вами программа «Слово и бизнес». Тема нашей программы сегодня «Верь в успех». И я могу сказать вам, что это очень важно. Очень важно верить в успех того, что вы делаете. Эта вера в успех, она будет распространяться на ваших подчиненных, на ваших партнеров по бизнесу. И я верю в успех того предприятия, которое я делаю. И когда я создаю ту или иную площадку, ту или иное производство, там, по переработке металлолома, это та сфера, в которой я работаю, я верю в то, что у меня получится. И я сталкиваюсь практически каждый день с какими-то трудностями. Я сталкиваюсь с какими-то барьерами, административными барьерами или еще какие-либо барьерами. Но я не обращаю внимания на эти барьеры. Я иду вперед, я верю в то, что у меня все получится, и я буду успешен. И Писание говорит, царь Соломон говорил, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на дождь, тому не жать. И всегда будут какие-то происходить сложности. Но не обращайте внимания на эти сложности, поставьте цель, видите, надо видеть эту цель, идти к этой цели, верить в все, что у вас получится. Некоторое время назад я слушал одного такого гуру бизнеса, который посвятил 12,5 лет своей жизни для того, чтобы изучить 250 автобиографий самых успешных людей на Земле. И когда он закончил свой труд, то он обобщил все свои знания, полученные из этих 250 автобиографий, и он сказал, что всех этих успешных людей объединяло одно – они все верили в успех. Генри Форд, он верил в успех, и он создал компанию, которая производит прекрасные автомобили. И нам сейчас трудно представить на Земле страну, в которой бы не было машин под названием Ford. Эдисон, который является создателем лампочки, электрической лампочки, он сделал более 10 тысяч экспериментов для того, чтобы добиться создание вот этой лампочки. И один из корреспондентов задал ему вопрос: почему вы сделали так много ненужных экспериментов? Почему вы сделали более 10 тысяч ненужных экспериментов? И на что Эдисон сказал, что я не сделал 10 тысяч ненужных экспериментов, я сделал 10 тысяч шагов к тому, чтобы создать электрическую лампочку. Я также хочу вас вдохновить, чтобы вы верили в успех своего предприятия, своего дела, в успех, имели успех в своей жизни, что вы, все будет хорошо. Верьте в это, и пусть вас Бог благословит. Спасибо вам, до свидания.